Так, сегодня расположились на песчаном пляже. Мобиба МБ-10, печкой КЦ-3, Грейцапа. Плюс 2 градуса. Озеро еще не подо льдом. В общем-то тепло. Такая обстановка. Мы даже без накидного тента. Здесь все подготовлено. Первая порция воды уже в Грейцапе закипела. Я залил полную. Все дело пошло. Поставил парогреватель ППГ-90. Оттянул, чтобы расстояние было достаточно. И, конечно же, слежу за разделочным узлом внимательно. Но перегревает хорошо. Очень здорово там приехали. Вот. Нет, огунись полностью. Во. Нет! Ну, как у вас это ближе подошло?